После удачно проведенной выездной серии игр ивановский футбольный клуб «Текстильщик» не собирается почивать на лаврах. Тренировки теперь проходят в усиленном режиме. В предстоящих домашних матчах игрокам нужно показать все, на что они способны. Настрой самый боевой после двух выездных матчей. Снова вернулись в группу лидеров. Теперь хочется там на первое место забираться и удержаться там. Это реально? Конечно. У нас самая лучшая команда в зоне. Соперником «Текстильщика» в следующей игре, которая пройдет 18 сентября на нашем стадионе, станет «Локомотив-2». Команда эта, хоть и не возглавляет турнирную таблицу первенства, все равно опасный противник. В предыдущем туре футболисты «Локомотива» обыграли лидера «Псков-747». Кстати, это было первое и единственное пока поражение лидера в сезоне. Поэтому игроки «Текстильщика» понимают, предстоящий матч будет какой угодно, но уж точно непростой. Московская команда «Локомотив», воспитанники все техничные, быстрые, молодые мальчишки, где-то опытные ребята у них есть тоже. То есть игра будет интересная, открытая. То есть мы постараемся показать максимально атакующий и веселый футбол. А что еще нужно зрителю? Команда и тренерский состав настроены всерьез. А значит, 18 сентября ивановцы окажут москвичам теплый прием. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.